Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Светланы Шиманской. Композиция называется «Разворочник смертью траншеях». Музыка исполнения самого Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». Разворочник смертью траншея, столько бравых парней полегло, много выпало многих решений, их победы дался тяжело. Передышка над адовой топкой занималась тревожно заря, за удачи махнули востоки. Влад, Серега Михайлович и я враг оставил нам это жилище. Час назад мир иной отлетел, странно лежали пепелища, и затихли боль, страх и гнев. Воздух словно сеть не хотелось, каждый думал о чем-то своем. Спасибо за внимание. С вами был Самойлов.
прочь музыкальные композиции слов, разрушенных смертью траншеи, стихи и ситуации.